Ван! Да блин, да! Всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Пика, Скелетон, Чебузаврик, Серега. Пацанчики, поздоровайтесь. Приветики, омлетики. Сегодня мы играем на карте из цепи. И у нас сегодня будет классное выживание, потому что мы отключим свет и будем выживать в лаборатории ночью с аниматрониками и разными монстрами. И тебе текушки, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать с нами классный ролик. И подписаться на канал, поставить колокольчик, поставить лайк. И написать хороший комментарий. Совершенно верно, вот ты молодец. Так, Сережка. Мы уже приближаемся, Тима. Будь осторожен. Кстати, мы взяли оружие, тайзер, который отнимает 500 хп за выстрел. Реально мощно. Это ты, Серега, сделал? Да, я задефьюзил. Это жесть, ты задефьюзил меня. Короче, я взял на всякий случай еще эту пердежную хлопушку. Так. А, блин, этот аниматроник даже бежать не может. Не может? Вот. Телепортироваться да, зато может. О, Серега, может пригвождатель, можно его и уничтожать это будем. То были силы равные. Если мы его сможем пригвоздить, то мы его уничтожим. Если не сможем пригвоздить, то все. Тогда у тебя будет второй шанс. И у нас тоже. Серега, ты его слышишь? Кто-то свет врубил опять. А. Да? Да. Ну-ка, это аниматроник, наверное, включил. А, может, наверное, своим криком, походу, и включил. О, кто а вот включил, он был выключенный. Погоди-ка, сейчас, вот еще раз. Это очень странно, Серега. Все, все, теперь точно не будет. А там много рычагов, да? Ну... Что кстати, это жесть? Кстати, когда я включаю ночное видение, потом выключаю, то у меня можно чуть-чуть этот такой час у меня свет включается. Вот только, конечно, мне надо все уголки осматривать. Так, Серега, надо его искать. Я тут бегаю, волнуюсь. А все, я искать вас могу? Конечно, это уже давным-давно. А, так сказать. А, ты нас не искал? Так, Серега, идем ему навстречу. Блин. Ну нас было за то время отключить все. Блин, а тут кнопки некоторые не работают, походу. Работает. А, нет, работают. Просто там некоторые двери могут обмануть так. Ты его видишь? Кто-то флешку кинул. Не закрывай. Серега, я его поймал, он в ловушке. Зачем вы это делаете? Его, надо наказывать его. Нет, нет, я уйду. Это жесть. Два-два-два, накидывайте, типа, пацаны. Вы должны его наказать. Только не кидайте больше домовухи, сейчас будем оружие использовать. Готовьтесь. Ого, мы тут ежей наделали. А его нету. Ай-яй-яй. Он меня заразил. А-а-а. Он меня заразил. Ё-моё. Воспалением хитрости. Ого, нифига себе, на меня сколько пригвождателей. Пацаны прям жестко разошлись. Да? Хорошо, играет это мама длинные ноги. Ого, я быстрый. Нифига себе, я быстрый. Дима, минус один, тебя можно увидеть. Потому что текстуры будут выходить. Ничего страшного, мне это не помешает тебя убить. Так, а вы тут? А чё, вы убежали? Да, кстати, кстати, еще есть лифт. Ого, это было сильно. Тут есть еще лифт. Можно на лифте еще подняться, покататься. Нет. А ты знаешь, где они? Аниматроник. Он нас потерял. Мы же его пригвоздили. Да. Мы вас не можем найти. Дима, можем мы на лифте покататься. Катайтесь, катайтесь. Они могли там... Я кого-то видел. Самое главное, чтобы... А, подожди, двери тут открыты. Ты их видишь? Я нашел. Где они? Нет. Ко мне иди. Убили? Нет. Слышу.
А ты на лифте спустился или нет? Нет, он не спустился. Меня пригласили. Пригласили? Да, пригласили на свидание. О, Дима, я тебя видел, назад вернись. Ты меня хочешь убить? Не, назад вернись. Ах ты тварь, ты меня хочешь пригвоздить. А иди сюда, где ты, где ты? Так, я себе пути отступления ищу. Ах ты, тварь, пригвоздил. Тварь. Где ты? Да. Знаешь прикол? Сейчас. Вообще ничего не видно. У меня тут завалялось кое-что. Карту не обнуляй, ты какашка. Я не обнулял, я разломал ее. Ну что такое, это место. Ого! А вы где? Горит, Дима. Ты что кидаешь? У меня тут жопа горит. I hope you die. Так. А вы где? О, кнопка. Где он? Блин! Еще один, нас уже трое, ребята. Досмотрите до конца, потому что в конце будет очень сильное мясо. Нет, вас четверо уже, Дима. Четверо? О. Да. Серега, ты что, живой? Да. Один? Да. Это жесть. Поймай меня, если сможешь. Так ты же хитрый жук. Да. Дай подсказку, карта большая. Да. Я сейчас по вентиляции был. Ты знаешь, тут какая огромная вентиляция. Тогда. Чё? Я туда не пролезу жирной жопой. А я сейчас вылезу из нее, не волнуйся. Я тебя жду. Жди. Где вентиляция? Тут куча выходов. Дальше иди, но справа будет. Нет, это не то, тут компьютеры. А где же вентиляция? Вот. Так. Я тебе возьму маленького аниматроника. Я сейчас выйду с вентиляции, что ты думаешь? Так ты ж выйдешь с другой стороны. Ну да, чтобы меня не сожрали. Я нашел другую вентиляцию, только она, я не знаю, походу не рабочая. Ого, она тут длинная, Серега. Все, я вылез. Я сейчас подготовлюсь, чтобы меня это... Так, я маленький. Классно будет, ребята, плюш трапом, это очень круто. О, Тима, блин. Чувствуется мощь, так я ж могу еще телепортироваться, тоже не забывайте. Смотрите, в конец коридора. Пум. Я телепортироваться не могу. Ой. О. Сережа, мы идем тебя искать, 4 злых аниматроника. Ты вентиляцию? Не, я уже вышел, я пробежал, я ж за плюш-трап, он очень быстро бегает. Нет, это не тот. Только в невидимку не заходи, будь честным. Не, плюш-трап не может в невидимку заходить. Тут есть еще лифт, мне кажется, что походу Серега поехал. Не-не-не, Серега где-то здесь, не переживайте. Серега, давай до спауна подходи, мы тебя ждем. Ребята, делаем засаду ему. Знаю Серегу, он очень хитрый. Дима, ну зачем ты сказал? А, тут еще одна вентиляция. Так. Погодите. Я нашел его. Я включаю свет. Я включил свет. Он у меня. Ну что, Сережечка, теперь мы тебя убьем быстро. Хочешь, можешь выключить. Приходи, выключай. А ты меня не пригвоздил. Есть. А что ты меня не пригвоздил? Тебе... Чё, у меня Гаррис Мозова, чё за фигня? Нечестно. Ну, у меня гвоздь, да, дёр твой не сработал. Почему я тебе засадил в жопу гвоздь? Давайте я хочу такое выживание, когда я один, а вы все аниматроники. Без Б, а чё, свет вырубим? Ну давай, будет прикольнее. Дима, кого брать? Любых аниматроников, каких хотите. Вообще любых монстров и полностью любых аниматроников. Но убивать только в притирку, на расстоянии будет нечестно. Ну хорошо, я тогда заново беру того аниматроника, потому что он не в расстоянии убивает. Так, ну что, ребята, я один против четверых злых аниматроников. Серега, ты готов? Почти. Я уверяю, мы сразу Дима найдем. Потому что он один, а нас четверо, мы можем просто кого угодно убить. Ты думаешь? Все, я готов, Дима. Все, сейчас, Серега, сейчас. Так, не брысь, сейчас на карте света нет. Самое главное, чтобы смотреть уголки, то Дима маленький, как Спанч Боб. Да блин, карта такая, не такая уж-то и большая, как кажется, да? Ну, она вроде бы большая, на самом деле. Да, на самом деле тут и запрятаться не могли.
Ну что, можно. 3, 2, 1, выживание началось. Я могу использовать хорошо оружие, такие разные всякие, можно? Только не админские. Не, без админского пистолета, это будет нечестно. Да, то этот. И этот, и не используй этот, Гордона. Это читерское тоже оружие. Тоже не, думаешь, Гордон, да? Ради, не, Гордон, ради бога, используй. Иди в другом месте и ищи, что ты за мной? Я думал, там трещик, там СП. Да блин. Дима, ты на лифте только не поехал? Опа, я слышу, кто-то оружие подобрал. Я в лифт захожу. Мне кажется, что Дима тут, потому что он оружие достал. Лифт по одному человеку лучше заходите, по два не надо. Я знаю, тут баг есть. Блин, как страшно, когда ты знаешь, что вас столько много, я даже боюсь шевелиться. А ты выйди, Дима. Нет, я знаю, Серега у меня найдет. Серега очень сильный спец. Испугался я тебя, блин. Друг друга боятся, это сильно. А кто там такого? Блин, они рядом. Они рядом. А, рядом, значит. Мы рядом. Ой, вы рядом. Ты вентиляции, что ли? Да. Сразу же говорю, ну, можете брать и маленьких аниматронов, не обязательно больших, можно маленьких, любых. А, реально? А я ну, виртуально. Я сразу сказал, что любых брать, перед тем, как мы начали эту дуэль мощную. Только в притирку убивать. Да, в притирку, но я сразу сказал, я взял монетку. Какую монетку? Ну, Серега знает, за какую я монетку говорю. А, админскую монетку. Ох, у нас нет таких гранат, которые бы сильно отравляли бы, да? И убивали бы сразу, допустим, а не так постепенно. Было бы вообще эпично. Админская граната, вот что не хватает. Блин, я выживаю долго. Блин, я, короче, тоже пойду на второй этаж. Приближается кто-то, слышу. А, не, удаляется. Кто-то пробежал просто мимо. Дезинформируешь нас, Дима, ты. Не, в этот раз я серьезно говорю. Серега, в этот раз я говорю серьезно. Кто-то включил сирену на карте. Это ты, Серега? Никто не врубал сирену, тебе показалось. А мне слышно. Я понял, где он рядом. А если сирену мне слышно, то есть это не на всю карту, это на какую-то локацию? Да. Таким образом можно человека находить, я понял. Я класс кетер открыл дверь, поэтому такой звук. А я не в этом классе, я в классе это SCP-173. Вентиляция тут открыта. Ее нельзя забыла закрыть никак. Как ее закрыть? Подожди, сирена где-то. А где сирена? А где? Она вот. Ну я уже сирену не слышу, все. Нет, я не прописал стоп-саунд. Я ушел просто с этого места, где сирена. Так. Я даже, знаете, для того, чтобы вы меня нашли, я даже на корточках перемещаюсь. На корточках. Вентиляцию все проверили? Я чекаю, иду сейчас, но он, наверное, наперед меня и бежит. А я вообще шумлю как ненормально. Из-за этого, наверное, и Дима пугается. Вот тут два пути, в один пойду, не знаю. Серега. Да вот эти. Да. А я хорошо, да, выживаю? Пока что, но я тоже ты вентиляцией сидишь, да? Карта просто здоровенная, согласись, это влияет. Да. Ну ты вентиляцией сидишь, скажи же, а? Ну и хочешь, я делаю выстрел, чтобы вы узнали, где я? Давай. Готовы? Да. Давай. Да. Ой. Подожди, это... Ой, я слышу удар! Я слышу, как он упал! Это я упал. Ё-моё, чё не стреляет? Ё-моё, Серёга напугал меня. Так она это в закрытом помещении плохо, Дима. А, если я в маленьком помещении, она не стрельнет? Да. Эй, а как ты... Опа! А я думал, я смогу вентиляцией отстреливаться. Эй, Серега, ты меня обманул. Как? Я услышал тебя, Дима. Ван! Блин! Да! Ой. Так, Серега, я требую то, чтобы мы эту карту спалили. Просто красиво сожгли. Все, сейчас взорву ее. Понял. Ребята, если вам понравилось это выживание, эта серия,
ставьте палец, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Да, всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Но еще не конец, сейчас Серега сделает эпичный взрыв. Вылетело? Вот такой вот взрыв, мне понравилось. Вылетело? Да, на рабочий стол.